Ну, в общем, хотела я закончить свой фильм, свои фильмы сегодня, и опять не закончила. То есть, вроде говорю, все, последний раз снимаю, больше ничего не хочу снимать. Ну, в общем, стали мы возвращаться после нашего после нашей океанической прогулки. И вот остановились мы в городе Легвион. Это прибрежный город. Жан-Люк одел свою маску. И вот магазин «Продуктор Витр и Муль». И Жан-Люк мне говорит: «Иди сюда». Говорит: «Иди сюда, мы сейчас с тобой», говорит, помахал мне. Вот он покупает здесь устрицы. Монамур! Монамур! Жепи! Жепи! А ну, все, подам, же магазин. И вот сюда я зашла, в магазин, в котором продаются... Oui, pas beaucoup. Combien? Deux kilos? Oui. Это магазин, где продаются устрицы и продаются мидии. Вот как они здесь. Вот, женщина сказала, говорит, можно снимать, но нельзя снимать ее. Вот, какие они. Как продается здесь. Это всякие морепродукты. Вот, Монамур. Ну, все, мы уходим, потому что там уже другие люди. Это тут крабы. Вот. Не хотят люди, чтобы их снимали. То есть я осторожненько так поснимала. Вот часы работы этого магазина. В общем, вот так здесь. Много людей. Люди еще приезжают, все покупают. Жан-Люк купил. Не знаю, что он там купил. Вот там прямо рестораны. Рестораны рыбные много. То есть, вот какие наши прибрежные города. Вот рестораны. Прямо везде. Это здесь город, так сказать, это город туристический. Конечно, сейчас тут и то много народу, не очень много людей. Но везде бары, везде рестораны, везде все для туристов. И, конечно, летом здесь интереснее. Ну ладно, на этом свое видео заканчиваю. Уж теперь, наверное, точно. Пока-пока. Спасибо за внимание.